Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Татьяна Арнгольц спрыгнула с 9-го этажа. Татьяна решилась на такой радикальный шаг. Популярная актриса сделала головокружительный прыжок с 9-этажного дома. Татьяна боится высоты, но все равно пошла на риск. Это случилось на съемках фильма «25 час» проекта Первого канала, где актриса исполняет роль журналистки Анны Громовой. На съемках было много трюковых сцен, поэтому были моменты, когда мне хорошенько пощекотали нервы. Я вообще боюсь высоты, а там была сцена, когда мы падаем с 9-этажного дома. Без нас нельзя было это снять, поэтому нас подвесили на огромные тросы, и потом мы снимали падение. Это было очень страшно. В жизни я, конечно, никогда бы этого не сделала, призналась Татьяна Арнгольц. Сюжет строится вокруг способности героини в экстремальных ситуациях возвращаться на час назад, чтобы исправить события. По словам актрисы, ее персонаж пытается кого-то спасти, поэтому жанр этого фильма определен как фантастический криминальная драма. Сама по себе моя Аня – человек, увлеченный работой, профессией, и, наверное, именно поэтому у нее рушится личная жизнь. Она перфекционист в своем деле и правдолюб. Каждая серия связана с правдой, которую героиня пытается найти и доказать, пояснила Татьяна Арнгольц. В этом фильме необычная концовка. Татьяна Арнгольц в одной из беседе подчеркнула: «Я философски смотрю на этот финал, потому что считаю, если человеку дается особенный дар, за него нужно будет заплатить, и плата будет немалой. Моя героиня, как отважная девчонка, взяла на себя эту ответственность, поэтому у нее появился шанс начать жизнь заново». Если кто не видел эту картину, всем советую посмотреть. А Татьяне отдельное спасибо за ее героизм. Ведь ради роли чего не сделаешь, даже преодолеешь все свои самые страшные страхи и фобии. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.